Рыба! Во! Где взял? Поймал на рыбалке. Да она же живая! Уберите ее! Димитрий, убей ее! Итак, кто это? Это рыба по имени Стерлядь. Именно ее поймал Дементий. Она уже мертвая, не бойся. Рыба отряда осетровых, то есть это осетр, но маленький. Хотя и такая бывает длиной 1,25 м и весом в 16 килограмм. Но у нас сегодня порционная. Для того, чтобы приготовить порционную стерлядь, ее надо сначала выпотрошить. Удалить из нее такую штуку длинную, как веревочка, не очень аппетитная, да. Мы ее показывать не будем. Вытряхнуть потроха, удалить жабры. Говорят, жабры горчат. Я не любитель жабров, поэтому я их везде вырезаю. Дал Дементию команду, Дементий удалил жабры. Ее надо почистить. Поскольку это хрящевая рыба, то у нее снаружи очень серьезная чешуя. Можно поломать зубы. Не противная, а просто панцирь. Вот потрошенная, удалены жабры, очищена чешуя. Готовить мы ее будем в духовке. Нам понадобится противень. В противень мы положим фольгу. Давай фольгу. Фольга нужна для того, чтобы она ничего не загадила. Подержи. Руки мне прибейте. Ни в коем случае. И не убирай, подожди, этого мало. Еще? Не убирай. Держи. Убираю. Дай. Фольга на все случаи жизни полезна, чтобы рыба не прилипла. Но заодно мы и сделаем подстилку ложе из мега-овощей. Да, у нас есть кабачки, у нас есть морковка. Все это мы порежем и туда набросаем. Примерно сантиметр в толщину бери. Рубанул. Знакома ли тебе работа на кухне, Виктория? Так, понаслышке. Мне иногда доводилось. Молодец. Селёнка маловато, руки-то слабые. Береги себя, да. Перед замужеством надо тренироваться. Руки понадобятся. Ну, это светило. Сильные. Так, ну что, у нас практически готово, обращаю ваше внимание. Теперь нам надо оливковое масло и кисточку. Какое? Вот это? Нет, вот это. Там есть черный перец, давай его. Красненький не нужен? Боюсь, не все осилят красный. Рыбу рекомендуется смазать изнутри маслом. Масло выступает в качестве проводника ароматов и вкусов. Ну-ка, покрути перец. Это я могу. Молодец. Да, хорош.
Внутрь напихаем зелени, петрушки, укропы и все такое. Некоторые их режут, я считаю, что не надо. Я считаю, что надо бросать палками, ветками. Это добавляет вкусу нашей рыбе. Дементий не подготовил. Принимаем муки фактически. Обращаю ваше внимание, рыба уже практически готова к посадке. Действовать надо смело, ничего не бояться. Рыба уже никуда не убежит. Она однозначно окажется в печке. Как мы видим, она уже готова к погружению. Вокруг положим питательный овощ, например, лук и кабачок еще. Лук у нас прекрасен, все как я люблю, красный, красивый. Кабачок по сантиметру, угол больше. Печка у нас готова, разогрета на 30 минут. При 200 градусах выключаешь духовку через 30 минут. 10 минут даешь постоять в остывающей духовке. Извлекать и немедленно подавать. Немедленно. Рыба посажена в печку. Ждем полчаса. Ну что ж, как обычно, вкусно. Нажористость выше всяких похвал, так я вам скажу. Мягко. Многие граждане могут закричать, что этой рыбе необходим соус. Соус не помешает, но лично мне нравится естественный вкус. Кстати, в курсе, что именно это называется красная рыба. Красная рыба, она не по цвету, а, так сказать, по дороговизне и качеству. Хороша. Костей в ней нет. Ну. Я уже одну нашла. Да? Угу. А я не вижу. Отличные хрящики. Считаю, не помешало бы белое винишко. Но я за рулем, извините. Печально. Лимон добавляли? Да. Лимон придает. Позвольте угоститься вашим лимоном. Мне нравится, очень нравится. Очень вкусно. Отличная. Я любитель рыбы, а такой рыбы вдвойне люблю. Даже лимон не может ее испортить. Вещь. Честно говоря, не будем лицемерить. Должна была получиться какая-то дрянь. А
Получился, как всегда, кулинарный шедевр. Во рту тает. Кто-то может подумать, что стерлядь слишком дорогая, а смелюсь заметить, хорошая дешевым не бывает почему-то. Очень вкусно. Дементий! Да. Спасибо. Сегодня ты был прекрасен. Молодец. Ладно, сегодня все. До новых встреч.